Азия нанесла удар по АНЖ. Чистая прибыль нидерландского банка с апреля по июнь упала на 39% из-за почти 100 миллионных потерь азиатского подразделения. Но в целом дела идут лучше, чем ожидалось. За вычетом налогов и издержек прибыль банка выросла на 13,5% и превысила миллиард евро, тогда как эксперты прогнозировали цифру в 990 миллионов. Банк, спасенный правительством Нидерландов во время кризиса 2008 года, сумел значительно сократить расходы и издержки.